Дорогие друзья, всем привет! Рад всех снова приветствовать на своем канале. Ребят, по просьбе всех зрителей, всех подписчиков и просто людей, которые связаны с Чудским озером, я хочу вам записать и показать видео. Это каракат Эдуарда и Семена, которые живут в городе Муствы, занимаются вывозом людей, рыбаков на озеро и также предоставляют жилье. Я все контакты, их номер телефона оставлю в описании, поэтому можете зайти в описание, посмотреть и пользоваться услугами этих ребят. А сегодняшнее видео будет о том, что очень много людей спрашивают, на какой технике, что это за здоровые машины, которые катаются по льду и не тонут. Не тонут они, друзья, благодаря вот таким вот большим колесам. И я в этом видео вам покажу, что такое каракат, как он выглядит и что он из себя вообще представляет. И завтра, когда мы поедем на озеро, на второй день нашей рыбалки в Муство, приедет Эдуарда друг Семен, и у него тоже есть второй каракат, еще больше, чем этот. Я также вам завтра сниму и покажу его. И вот, сейчас посмотрим, что это за машина. Друзья, вы представляете, вы никогда не угадаете, что здесь стоят за колеса. Эти громадные колеса стоят от самолета. По-моему, сам Эдуард говорил, что они от самолета, от модели Ил, если я не ошибаюсь. Это просто здоровая резина, которая в случае чего, если будет вести рыбаков, она, мало ли, не дай бог, провалится под лед. Друзья, она просто не утонет. И сама машина сделана так, у нее удлиненная передняя база. И здесь все сделано по уму. Подсветка, то есть, получается, клиренс очень высокий, что очень важно для при движении по торосам. То есть я думаю, что, пользуясь услугами таких каракатов на Чудском озере, ребят, у вас, я думаю, не будет никаких проблем с передвижением на нужный километр, чтобы найти ту самую заветную большую рыбу. Если быть точным, то это самолетные шины низкого давления, ребят. Это просто бомба. Вот такая вот техника находится в городе Муство. Самый окуневый город Чудского озера. Так, ребят, с этим каракатом мы разобрались. А сейчас я вам покажу второй каракат, на котором завтра приедет Семен. Остаемся и смотрим. Ребят, вы обязательно должны съездить на Чудское озеро и покататься на такой технике. Вы точно не пожалеете. Рыбалка будет просто огонь. Друзья, я вам, как и обещал, сегодня мы после рыбалки, и я вам покажу обзор на второй каракат. Это просто бомба, ребят, вы такого не видели.
Если вы планируете свою поездку на рыбалку в район Муствы на 10, 12, 15 или дальше километры, я советую обращаться именно к этим ребятам, потому что эти ребята знают, где стоит рыба, это первое. Второе, у них есть обалденные места ночлега. И третье, у них есть вся техника для передвижения по льду. У них есть снегоходы. Илак, покажи. Есть профессиональные санки с рессорами, на которых очень мягко и комфортно ездить. Есть также снегоходы, каракаты, квадроциклы. У них все есть, все, что надо для комфортного передвижения по льду. Поэтому, если вы запланировали рыбалку в районе Муствы, ребят, я оставлю в описании контакты этих ребят, Семена и Эдуарда. Смело обращайтесь к ним и рекомендую пользоваться этими услугами. Эти колеса здоровые. Семен рассказывал, они специально были заказаны с России. Это резина низкого давления. Мотор, под капотом стоит движок BMW 2.5. Он маленько изменен. Я не знаю, что там ребята сделали, это их секрет. Но он просто тянет огромное количество санок. И самое главное, что у него очень высокий клиренс. Этот каракат, друзья, он пройдет практически в любых условиях. Мы сегодня были на рыбалке, мы переезжали абсолютно любой высоты торосы. То есть он просто не останавливается, прет и прет. Ребят, вы даже не представляете, как вы считаете, сколько такая техника может обойтись. Вы ни за что не поверите, чтобы собрать вот такую вот машину, друзья, это стоит больше, чем 15 тысяч евро. То есть эта машина обошлась больше 15 евро, вы представляете? Вот такая вот красавица катается на льду в районе Муствы. И каждый рыбак, кто хочет половить в этом районе, может приехать и воспользоваться услугами такого караката вместе с водителем. Вам еще не хочется приехать к этим ребятам и съездить на отличную рыбалку? Ребят, номера в описании, звоните, приезжайте и кайфуйте. Всем спасибо за просмотр, спасибо за лайк, подписку. Ну и в принципе можете поделиться этим видео. Пусть каждый рыбак увидит этого молодого.